понял тебя, Павел Галакси. За Брюса Ли сыграть? Да я с удовольствием. Но у нас... Так, давайте options посмотрим, какие есть опции. Extras, manual... А, нас отправляют на сайт. Все, тут ничего выбрать вообще нельзя. Говорят, все, давай, в интернет и sports.com, UFC, и там все смотри. Ну давайте попробуем еще раунд сыграть. Так, а вот, смотрите. Во-первых, можно сыграть за белого. Можно сыграть против друга, но если он у тебя дома и у тебя второй геймпад. Ох ты! Так, что? А, нет, все-таки два бойца. Давайте-ка я сюда белого поставлю. Да, вот так нормально, кстати. Выбрать сложность нельзя. Хотя нет, вот смотрите, difficulty можно выбрать. Нет, нельзя. Не выбирается. Количество раундов тоже не выбирается. И площадка тоже никак, похоже. Ну-ка, попробую другими клавишами. Не, ничего выбрать нельзя. Надеюсь, белый сейчас прикончит. Ну, возможно. Что будем делать-то после демки? Будем проходить дальше? Murdered, Soul Suspect. Или уж сегодня не стримить больше. Когда Infamous Second Son, за доброго? Хороший вопрос. Ну, наверное, когда будет засуха в играх опять. Introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist, standing 65 inches tall, weighing in at 205 pounds, fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander, the Brawler, Gustafsson. Уши у него, конечно, интересные. Как они у него в реале выглядят? Мне кажется, уши плохо проработали. Will be our referee. And here we go. Oh, Gustafsson with the lead hook. Looks for the head kick. Nice kick to the body. Gustafsson gets caught with that left. Head kick. Powerful hook. Все, добивай. Ух ты, что хотел сделать, видели? Оу. Опа, вот неплохо прилетело. Да, давай добиваю. Отходить срочно. Нет, не давай ему это сделать. Не давай Нигеру прикончить.
Все, до свидос, лидер. Once again, here's our fight replay. And here we see it right on the money for the knockout. Let's see it one more time. Look at the power in this hook as it lands for the knockout. Check it out here. Boom! And that's all she wrote. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, the referee has called a stop to this contest, declaring the winner by knockout, Alexander the Rover Gustafsson. Ну что, давайте, говорят, в партере побороться нужно. Да, кстати, я тоже обратил внимание. Ну, возможно, это демо-версия, возможно, в финальной версии будут ушибы. Пока что повреждений на лице особо не видно. Будет ли еще стрим по Watch Dogs? Наверное, да. Со зрителями что-нибудь поиграем в выходные. Поехали. Еще разочек попробуем. Но теперь уже, видимо... Так, давайте-ка, есть тут управление вообще, нет? Select Sites, Fight Statistics, Game Manual. Да, к сожалению, даже управление не посмотреть. Я уже, если честно, забыл Submission какой кнопкой делать. Когда точно по Watch Dogs, не знаю. He's got the double. Continuously using the shoulder as a weapon. Good job getting back to over-under. Double underhooks here. He's changing knees here in the clinch. Ой, он меня сейчас уделает тут. Лучше вставай. He is aggressive. Big right hand with the right hand. He connects. Не хочешь вставать, слушайте, а? Да, тут нужно привыкнуть. Ага, стоп. Может быть, вот так вот? Сейчас довыделываюсь. Вот. Я уже забыл, какие там сочетания клавиш. А, вот так вот, все, вспомнил. Нет, то что-то я вспомнил-то. Все, уходим. They clinch up once more. Just over two. Нужно будет снова проходить обучение, потом, когда будем полную версию играть, там обучение не такое быстрое. Там все за один раз не учат. Тут нужно постепенно в режиме карьеры осваивать то, что происходит. Side control. And lands a good shot. In half guard. Solid ground and pound by Joe. And he connects. Oh! For Kimura. He popped out of the Kimura. Postures up. And back to his feet. In full guard. Switching his stance up a little bit. Look at this. Jones with some solid kicks. Good side kick to the body. Ох ты, какой удар неплохой, а! Смотрите, классно. Вот если так попадет в реале, там же вообще кранты сразу же. Здесь
первый раунд кончается. Главное сейчас выдержать его. Не успел. Да, повреждений что-то маловато. В предыдущих играх было гораздо больше повреждений на консолях прошлого поколения. Here's a perfect head kick. And here's another clean shot that lands. А, кстати, смотрите, по-моему, у Белого-то есть какие-то повреждения. Там даже кровь немножко идет. Ох, вот, наконец-то мы увидели красоток грудастых. Бритни ее зовут, оказывается, да? Вот такие Бритни ходят тут. О, неплохо. Опа! Опа! Ух ты, неплохо. Опа! Неужели он после такого удара мог выжить? Опа! Посмотрите! Что он себе позволяет, а? Этот парень. Опа! О, один удар, смотрите! Готов, все. Даже не нужно выбивать. Вот, смотрите, повреждения есть все-таки, но их мало. Видите, бровь рассечена. It's time for our fight replay. And as we can see here in the replay, it was the hook that ended this fight. Let's see it one more time. Look at the power in this hook as it lands for the knockout. Let's see that вот again. Этот удар был ключевой. Он right поплыл. On the button. With the official decision, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, the referee has called a stop to this contest, declaring the winner by knockout, Alexander the Roman. Давай, говорят, еще раз за черного. Ну, окей, давайте разок сейчас сыграем. А когда полная версия будет? Ну, говорят, вот что-то типа 17-20 числа. Так что скоро будем уже в полную версию играть. Сейчас выберем другого. It's a light heavyweight showcase between John Jones and the Swede, Alexander the Mauler Gustafsson. John Jones, Alexander Gustafsson. Here we go. Nice block. Leg kick. Попробую. Как красиво хотите его нокаутировать. Так, это не очень удар. О, хорошо-то как вошло, а? О, смотри, как классно показал. У него там голова-то, смотрите, уже красная. Красная голова у Густавсона. Head-kick.
Было бы здорово, конечно, если бы давали в легкую избегать партера. Ох ты! О! Я не могу избегать этих вещей, не получается у меня. Надо будет тренироваться. Сейчас попробуем его схватить, а? Вот. Reverses position. He's back to side control. He's back into full mount. Gustafsson with a good punch. Вот, смотрите. He's trying to get that Kimura, Mike. А, я не то что-то делаю, да? Окей. Half guard. Jones has got the full mount again. He's working the arm here. And he got his arm loose. Ну что ж такое-то, а? Как этим пользоваться? А, я все понял, понял, понял. Окей, давай попробуем. А, все. Там еще две кнопки, два стика одновременно иногда приходится нажимать. Да, непросто это сделать, я вам скажу. Очень непросто. Man, he's working for the Kimura. Can't hold it. Nice job. Вот там доли секунды буквально нужно определяться, каким стиком куда направлять. Зараза. Nice. Еще раз. Jones going for a submission. He pulled his arm out of it. Черт, а. Не получается. А, в следующий раз попробуем. Let's take a look at some of the action here. Here we see some beautiful technique executing this submission, but doesn't quite pull it off. Some amazing submission attempts being displayed in that round. Round two. Joe, going back to that last round, Alexander Gustafsson reminded us all how difficult he is to submit. Yeah, he got submitted in that round, some really near submission attempts, but managed. Jones is trying to lock up that arm. He popped out. Да, это, блин, реально тренироваться долго, чтобы вот повторить все, что там делается, за доли секунды. Я чуть-чуть опоздал, все. Да, чуть-чуть буквально, вот доли секунды, и все. Да что ж ты будешь делать, а? Одну буквально пропускаешь, один стик, и все. А, все понял, неправильно сделал. Так, давай еще раз. He moves into full guard. He's earned the reversal. Huge punches on the ground. Solid right by Gustafsson. Look at this. He's out of it. He's posturing up here, Joe. Gustafsson gets back up. There's a kick to the body. Я хочу его побороть. Очень охота это сделать. Uppercut. Excellent takedown defense. Jones with a takedown. Oh, Kimura, Kimura attempt. And he got his arm free. Черт, а? Jones is trying to lock up a submission here. And he escaped from the Kimura. He's trying to set up a submission on the arm here. He's looking for a Kimura here inside control, and he got his arm loose. Да я сейчас нормально все сделал, вообще все успел. Ну буквально, может быть, в пределах там погрешности какие-то. And he
Но они явно что-то переборщили. Что-то тут не то, однозначно, а? Ладно, подождем полной версии, и там будем делать эти вещи. Так, у нас разборки начались. Да, придется блока поставить в бан все-таки. Уходим. Он так-то уже, смотрите, если я ему сейчас попробую в кукушку зарядить. Ну-ка. Оу. Вот, смотрите. Еще раз. Хочу я его красивым ударом, я не хочу в партере победить его. Сейчас я его с ударом с ноги убью, добью. Оу! Как же он выжил-то? О, сейчас у меня проблемы. Оу, смотрите, какой прилетел удар. Он, кстати, голова восстановилась. Смотрите, она уже не красная совсем. Тут нужно успевать в момент. Оу, хорошо прилетело. Еще раз. Все, что ли? Нет? Оу. На тебе. Так, вообще что-то у меня с головой тоже проблемы. О, вот от этого удара должен был упасть. Ну серьезно, ребят, прям на противоходе. Оу, кажется, все. Все, что ли? Нет, вставай, Нигер, пожалуйста. Ты не должен проиграть, мы не должны проиграть сегодня. Отходим отсюда, отходим. Похоже, только руками, очень удобно руками выносить мозг противнику. Gustafson switching again to the southpaw stance. He barely misses with the big left hand. Look at that, right to the temple. Nice combination by Jones. Не давай ему. Черт, там проблемы явно могут начаться. He's looking for the choke here. And he's out of the darts. Что, раунд заканчивается? Я не знаю, кто победит. It goes the distance. As the judges get set to render their decision, I have to say, I think that this one could go either way. This is a tough fight to score. Joe, this is a very close fight. Without a doubt, I wouldn't want to be a judge. Baba. I don't know who won it. And I don't think it's fair to even call a winner. Round two, we see more of the same beautiful kicking technique on display. Round three, this thunderous head kick. Я не думал, что голова может восстанавливаться после таких ударов, поэтому не добил его, конечно. Подождем, кому присудят победу. Нет, но пока таких игр нет и не будет никогда.
the Mahler Gustafson, winner by majority decision. Давайте подводить итоги. Играть интересно, управление очень замудренное. Нужно провести не один час за игрой, чтобы его освоить. Оно гораздо менее интуитивное, чем было в Fight Night и даже в MMA From Electronic Arts, который вышел в 2010, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Вот, так что... Будем надеяться, что я достаточно быстро втянусь. Буду тоже участвовать в чемпионате, который будет проходить от портала Gamers TV в конце этого месяца. Надеюсь, вы все придете. В подмыхах мыльцо, говорят. Так что, друзья, покупайте PS4, покупайте эту игру и обязательно участвуйте в чемпионате. Я думаю, это будет интересно. Ну что, давайте, наверное, завтра все-таки мы продолжим с вами. Murder at Soul Suspect. Если вы смотрели этот повтор на YouTube, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать другие интересные видео. Ставьте палец вверх. Вот так вот. Где там? Палец. Палец вверх, вот так вот, да. Кнопочку нажмите. До новых встреч!